Нежные, воздушные и легкие, как пух булочки долговиня. Стоит попробовать только одну булочку, и они вам так понравятся, что наверняка захотите испечь их снова. Очень простой способ замеса и формовки. Вам придется потрудиться всего лишь 2 раза по 10 минут при замесе теста и формовке булочек. Остальное время уйдет на подъем теста и заготовок булочек. Секреты и технологии замеса теста я увидела в популярной кулинарной телепередаче «Честный хлеб». Теперь с удовольствием поделюсь с вами, как приготовить булочки долговиня. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Дрожжи разведите в воде комнатной температуры, сахар, в молоке, яйца взболтайте. Все сразу влейте в муку с солью, перемешайте. Как только мука впитала в себя всю жидкость, добавьте размягченное сливочное масло, вымешивайте тесто в течение 10 минут, тесто выходит эластичным, гладким, немного липнет к рукам. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Поместите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 90 минут для выброживания. Взвесьте тесто и разделите его на 12 равных частей, у меня получилось по 80 грамм. Прямоугольный или квадратный противень для выпечки с высокими бортиками смажьте маслом, шарики выкладывайте на противень с небольшим расстоянием друг от друга. При расстойке и выпечке булочки соприкоснутся друг с другом и будут равномерно подниматься вверх. Духовку разогрейте до 200 градусов, булочки сбрызните слегка водой, поставьте в духовку запекаться на 15-20 минут до загорелой корочки. Накройте горячие булочки хап-полотенцем, переверните их на полотенце, а затем на решетку до полного остывания. Приятного чаепития! Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится: мука 500 грамм, дрожжи свежие 15 грамм, вода 100 миллилитров комнатной температуры, молоко 100 миллилитров комнатной температуры, сахар 60 грамм, соль 6 грамм, яйцо 2 штуки, масло сливочное 50 грамм, количество порций 1-2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!